Агапы. Любовь и забота о детях-сиротах. Международная школа Агапы. Библейские уроки в интернатах. Работа с выпускниками интернатов. Молодежные клубы. Адаптационные центры. Христианские лагеря. Рождественские и пасхальные поздравления детей. Организация праздника «День защиты детей». Проект «Фотек». Фотоистория ребенка. Наши ресурсы. Уроки для дошкольников «Солнышко». Уроки жизни 1-9 класс. Уроки для молодежи о главном. Разработки клубных встреч. Программы для лагерей. Материалы размещены на сайте www.agapa.ua.com. С 22 июня по 3 июля на берегу Черного моря на базе лагеря «Белые крылья» для детей-сирот интерната успешно прошел детский лагерь с христианской программой. Волонтеры миссии Агапы подготовили интересную программу для детей и отлично вместе провели это время. Организаторы говорят, особенность лагеря в том, что дети и наставники жили вместе. Вместе ели, пили, делали утреннюю гимнастику, проводили интересные кружки, рукоделие, на 100% красивые, учусь играть на гитаре, ходили туристические походы. Не обошлось и без лагерных игр. Водный волейбол, смешной футбол, зоопарк, флешмоб, квест и другие. Мне нравятся Агапы тем, что они хорошие люди, то, что они умеют понимать детей, то, что рассказывают нам то, что мы себя хорошо вели, чтобы мы понимали все. Нам в лагере очень клево, нам здесь нравится. К нам приезжают Агапы уже третий год. Они с нами играют, делают разные там открытки, браслеты, играют в разные игры. С ними очень клево. Они помогают нам. Если у нас есть какие-то вопросы, мы можем подходить к ним. Я их очень люблю и хочу, чтобы в следующем году они приехали этой же самой группой. И чтобы их было побольше, и чтобы мы и побольше дней, чтобы они у нас были. Вечерняя линейка в лагере была просто супер. Ведь дети там не просто слушали наставления от старших, а сами активно участвовали. Именно здесь, на линейке, они ставили интересные пародии, пели, показывали сценки, принимали участие в различных конкурсах. Это было так увлекательно, так забавно, что порой линейка затягивалась. Никому не хотелось уходить. Я приехал сюда впервые и узнал для себя много нового. Я приехал сюда не потому, что хотел отдохнуть летом на море или там что-то потусить. Я приехал сюда поделиться с этими детьми своей историей и подружиться с ними. Эти дети в многом во всем меня поменяли. Ну, мой кругозор полностью поменяли. Они очень классные, эти дети. И у нас с ними получилось подружиться. Жаль, что мало времени осталось уже у нас. Я хочу им сказать, что они не делят тех ошибок, которых делаю я. Я, как бывший наркоман, могу это сказать. И я хочу пожелать им процветания, здоровья. И самое главное, чтобы они всегда были с Богом. Этот лагерь, он особенный, потому что Господь меняет нас. Мы думаем, что будем детей менять, но эти дети меняют в первую очередь нас. Мы приезжаем каждое лето, и мы проводим для них мастер-классы, рукоделие, фенечки делаем, общелагерные игры делаем, конкурсы. И самое главное, это наш напрямок, это молодежь. Это молодежь от 7 класса к 11. Потому что эти дети думают, что
все классно и все в жизни должно быть вот так. Я не думаю, что сигареты, спид, вил, что алкоголь и до брачные отношения – это классно. Но они очень ошибаются. И мы для того, чтобы просто рассказать им, просто с ними подружиться, стать для них самыми классными друзьями, чтобы они поняли, что есть классные друзья, что есть люди, которые могут их понять, поддержать, обнять и просто сказать: «Ты молодец». И вот пришло время расставания. Команда уезжает. Впереди у нее длинная дорога, а ребята остаются в лагере до конца лета. Расставаться всегда трудно, особенно с детьми, ведь эта поездка не первая. Каждый нашел здесь себе близкого друга. Много новых знакомств, много теплых слов, объятий и море слез. Команда увозит с собой теплые воспоминания и приятные впечатления. Дорогие друзья, мы сегодня очень рады о том, что Бог своей любви и милости очень вели к нам. И сегодня миссия ГАПа, служителя ее, по всей Украине могут проводить детские лагеря. У нас есть прекрасные программы, прекрасные люди, которые с разных церквей объединяются в одну команду, едут туда, где отдыхают дети-сироты, и помогают им отдыхать красиво. У нас есть много красивых идей, мы едем туда, несем им разные программы музыкальные, пение, спортивные игры, какие-то конкурсы, поделки, еще что-то. Но самое основное, что преследуем мы сегодня в нашем служении, это своей личной жизнью, своим примером показать им, что жизнь с Иисусом Христом, жизнь с Богом – это приятно, это возможно, это классно, и это нужно даже жить с Ним, потому что Он обещает нам прекрасную жизнь, и благословение свои Он будет изливать на нас всех. Поэтому сегодня призываем всех вас, если вы хотите, вы можете то же самое делать, вы можете объединять молодых людей, у которых есть идеи, у которых есть большой потенциал, объединяться и ехать туда, где в каждом регионе есть такие места, где отдыхают дети-сироты, ехать к ним на несколько дней и нести эту любовь, нести эту радость, нести эту дружбу к ним. Пусть Бог благословит всех вас, и мы хотим напомнить всем вам, что Бог есть благ все время. Искренняя благодарность всем братьям и сестрам, кто молился за лагерь, кто помогал финансово. Спасибо всем. Обильных вам Божьих благословений. Бог благ! Все время! Все время! Бог благ! God is good! All the time! All the time! God is good!